Москва, Поварская, 11, почти сердце российской столицы, официальное представительство Приднестровья в России. Его глава Леонид Монаков накануне встречался с советником зампреда Госдумы Андреем Маркеловым. Говорили о проблемах приднестровцев, их обсудят и на круглом столе, есть дата, 18 октября. Особенно чувствительно сегодня для граждан Приднестровья это вопросы гражданства, признание за ее пределами легитимности документов, выданных официальными органами Приднестровской Молдавской Республики. Это вопросы о браке, это о рождении, о разводе, о пенсионном обеспечении. И вы знаете, вот эти ситуации, они возникают, вы знаете, носят такой, ну где-то, наверное, даже такой абсурдный порядок, на мой взгляд. Кто-то хочет, но не может получить гражданство России, в законе нет основания. Кто-то уже с российским паспортом не может оформить пенсию. В России не засчитывают приднестровский стаж. Кому-то из-за просроченного загранника нельзя выехать на лечение. В российском консульстве в Тирасполе очередь. Обменять документы сложно. Об этом и не только, как раз будут говорить на круглом столе в Москве. В числе организаторов Александр Брод, российский правозащитник, член Совета при президенте России. Он приезжал к нам, знакомился с проблемами на месте, встречался с президентом Красносельским. Проблемы наших людей собрали в один документ, подготовили предложение. Мы будем обсуждать, мы будем говорить, будут носиться предложения конкретные. И мы будем конкретно выходить на те органы, которые способны это решить. Будем надеяться, что нас услышат непосредственно, так как участники будут в том числе и из Государственной Думы, и из Совета Федерации, ну и так далее. На круглый стол в Москве пригласят депутатов Госдумы, которые избирались в том числе от Приднестровья. Это Сергей Чижов, Артем Туров. Будут правозащитники Гасан Мирзоев, Алексей Галаганов. Сенатор Игорь Морозов. По итогам круглого стола примут резолюцию. В ней, к примеру, будет предложение внести поправки в закон о гражданстве России.